Уважаемые друзья, давайте познакомимся с бойцами этого поединка. Бойцу в синем углу, 26 лет, его рост 101 сантиметров, профессиональный рекорд, 11 побед и 7 поражений, представляет бойцовский клуб «Александр» из города Воронеж, Россия, Иван Лукин! Бойцу 22 года. Ну что ж, очень талантливый боец Магомедхан Ярагиев против опытного Ивана Лукина. Опыт имеется также за плечами Магомедхана. Он победитель Кубка России по смешанному боевому единоборству, чемпион Европы по грэпплингу, призер чемпионатов страны по грэпплингу неоднократный. В общем, хватает регалий Магомедхану. И сразу же лоу-кик мы видим в исполнении Ярагиева. Очень плотный. Все хорошо. Дёру встречает Лукина Ярагиев. Еще один плотный удар. Попытка перевести соперника сейчас в исполнение Лукина. А это и выход, то, пожалуйста, нужно, да, на удушающий прием. Это то, что нужно. Ярагиев скручивает. Изекель Чоу. Соперника. Нет, это гильотина. Последует ли сдача? Иван Лукин парень опытный и терпеть умеет, конечно. Удары в голову, колено. Пытается ослабить блок соперника, чтобы спокойно уже доводить дело. Продолжает пытаться улучшить свой захват Магомедхан Ярагиев. Все-таки высвобождает свою голову из этого захвата Иван Лукин. Но за этим сразу же следует перевод партера от Магомедхана Ярагиева. И что здесь? Здесь попытка прохода гарда в исполнении Ярагиева. Удар в голову наносит Ярагиев. Еще один. И вот хорошие добивающие удары левой рукой. Получает необходимое пространство для добивающих ударов Магомедхан. Оперативный простор. Иван Лукин всячески пытается не допустить добивания жесткого. Защищается, вяжет соперника. Не позволяя оттягиваться, да, действительно. И здесь идет еще одна попытка. И вот, пожалуйста, да, попытка коронного болевого приема удушающего чуть не состоялась. Но не сумел замкнуть этот захват Изекель Чоук. Магомедхан Ярагиев. Идет уже боковой контроль. Терпит пока Лукин. Ну и Ярагиев активно работает сверху, полностью изматывая соперника. Кстати, Асамбек, очень мало досрочных побед мы сегодня наблюдаем. Конечно же, это говорит о том, что бои очень конкурентные, очень равные, близкие. Соперники стоящие друг друга. Действительно, чем дальше заходят этапы гран-при, тем уровень конкуренции, уровень оппозиции растет. И поэтому бои получаются очень равными.
сегодня, что и свидетельствует как раз о том, что доходят они до решения судей в большинстве своем подавляющем. Ну и Магомедхан Ерагиев продолжает доминировать над своим соперником. Менее минуты остается до конца первого раунда. Иван Лукин неплохо защищается. Но при этом Магомедхан оказывается за спиной у соперника. И что же сейчас? Хватит ли ему времени для того, чтобы финишировать оппонента? Забирает спину полноценно, растягивает соперника Герагиев. Есть захват, плотный очень. До конца раунда всего 10 секунд. Дотерпит ли? Времени не хватило. И все-таки надо отдать должное Ивану Лукину. Дотерпел он. И посмотрим. Очень интересно увидеть Магомедхана Ерагиева во втором раунде. А если повезет зрителям и в третьем. Что ж, начинается у нас второй раунд, полуфинал, гран-при Беркут Young Eagles, полутяжелый весовой дивизион. Магомедхан Ерагиев против Ивана Лукина. Первый финалист уже определился, и им стал как раз таки Джабраил Ясаев. И попытка удушающего приема со стороны Ивана Лукина. Очень плотный захват. Пытается сейчас вырваться Ерагиев. Освободить руку соперника, на захват достаточно плотно, насколько сил хватит. С этого плана, конечно, не видно, заправлена ли полностью рука. Может быть, через челюсть идет давление, на челюсть остановлено. И все, нет фиксации ногами. И Магомедхан Ерагиев как раз получает ту позицию, которая ему необходима. Учитывая уровень партера Магомедхана Ерагиева, стоит отдать должное Ивану Лукину, потому что продержаться против такого соперника именно в этой стихии дорогого стоит. И сам при этом Иван также атакует. И вот, пожалуйста, позиция Full Mount. Соперник растянут. Магомедхан находится сверху. И готовит еще одну попытку удушения. Забирает спину теперь Ерагиев. И Магомедхан слишком сильно нацелен на проведение удушающего. Может быть, стоило бы просто попробовать разбить и техническим нокаутом завершить поединок. Да, действительно. Когда ты из раза в раз пытаешься делать одно и то же,
становишься предсказуемым. И, естественно, Иван Лукин также изучал соперника. Он понимал, с чем ему придется столкнуться. И боец из Воронежа неплохо защищается. И, пожалуйста, еще одна попытка удушающего приема стороны Ярагеева. Сумеет ли продержаться в этот раз Иван Лукин? И все-таки, да, характера, конечно, не занимать этому парню. Очень полезный бой для Магомедхана. В плане того, чтобы он не привыкал к быстрым победам и как раз-таки прочувствовал вкус вот этого сопротивления. Пожалуйста, сверху оказывается Иван Лукин. Вот это да. И теперь попытка удушающего, его исполнение, есть плотный захват, но не должным образом не зафиксированы ноги. Теперь уже очередь Магомедхана терпеть удушающий, и он также справляется с этой задачей, она отлично. Очень легко отдал позицию Иван Лукин. Точнее, потерял ее. Отличный бой мы с вами смотрим, уважаемые друзья. Это как раз-таки тот случай, когда бой в партере, он интересен, и он смотрится. Бойцы не застаиваются, не залеживаются. Они постоянно выходят на болевые удушающие приемы. Постоянно меняют позиции. Инициатива периодически переходит из рук в руки. Это то, что привлекает зрителей. Тем временем 25 секунд остается до конца второго раунда, который в целом проходит также под преимуществом Магомедхана Ярагеева. Все, завершается вторая пятиминутка. И очень много сил отдают спортсмены. Мы видим, насколько сильно они устали. Итак, мы ждем третьего заключительного раунда противостояния в рамках полуфинала Гран-при Беркут Янг Иглс в полутяжелом дивизионе Ивана Лукина и Магомедхана Ярагеева. Первые два раунда, очевидно, остались за Ярагеевым. И теперь его сопернику необходимо постараться финишировать оппонента. Ну, вот он идет на тейкдаун. Иван Лукин. Удивительно то, что Иван сам идет в борьбу, потому что очевидно, что ему стоило бы поработать на руках. Видно, что очень сильно устал Магомедхан. Посмотрите, да, насколько серьезно потеряны им функциональные возможности. И сейчас удары. Серия очень тяжелых ударов. И что же делает Иван Лукин? Он снова сам буквально отдает позицию.
конечно, очень важно иметь бойцовское мышление, но на фоне усталости не всегда удается его реализовать. Снова дает спину соперник Магомедхана Ярагиева. Ненадолго. И пожалуйста, будет ли удачным этот болевой прием? Посмотрите, как на ногу переходит. Посмотрите, очень больно. Очень больно Магомедхану Ярагиеву, мы это чувствуем вот здесь, сейчас, находясь недалеко от эпицентра событий. Но сил не хватило. Сил не хватило Ивану Лукину. И сейчас Ярагиев снова в доминирующей позиции. Он наносит один за другим удары, наслаивает их. Да, удары не самые тяжелые, но... Я вас уверяю, они очень неприятные. То есть сил не хватает, чтобы задать темп, чтобы в темпе сбивать эти самые удары в голову Магомедхану Ярагиеву. Сейчас потенциальная возможность для проведения удушающего. И есть захват, но давление на челюсть, по-моему, идет. Ноги не зафиксированы. Поэтому все терпимо. И представляете, как Иван Лукин выходит. И сейчас снова потеряет позицию Иван Лукин, как мы уже это видели. Столько шансов он не использовал. Хотя сейчас мы видим, что закрепился за спиной у соперника боец из Воронежа. Но Магомедхан... На фоне усталости из последних сил, конечно, тяжело ему приходится. Еще одна попытка удушающего. Вот то, о чем мы говорили. Снова теряет позицию Иван Лукин. Понимая, что проигрывает он в партере, в техническом плане, он все равно идет из раза в раз туда и оказывается в проигрышной ситуации. А Магомедхан Ярагиев переходит к своему коронному приему. Эзекиль Чоук. Удастся ли ему довести до результата? Нет, не получается. Все-таки надо дать должное Ивану Лукину. Он очень грамотно обороняется в партере. И терпит очень серьезные атаки. Менее минуты до конца данного противостояния, уважаемые друзья, тоже очень-очень равный бой. Но при этом Магомедхан Ярагиев имеет определенное преимущество. И при этом бойцы работают очень в такой энергозатратной манере, ни на секунду не останавливаясь, и дарят нам очередной зрелищный поединок. Безусловно, турнир Беркут Янг Иглс 7 получается самым-самым зрелищным и запоминающимся из всех, что были. Хоть и большинство противостояний доходит до решения судей. Невероятные по своему накалу и уровню сопротивления бои. 10 секунд до конца данного противостояния, и похоже, реванш Ясаев-Ярагиев состоится. Ну, посмотрите, как зал просто взрывается. Тяжелейшая победа Магомедхана Ярагиева, с чем мы его и поздравляем. Доходит он все-таки до финала Гран-при Беркут Янг Иглс. Ну и, конечно же, Иван Лукин, он оказал достойное сопротивление, все, что мог, он сделал. Но были моменты, когда Иван Лукин, конечно, мог бы воспользоваться получше теми шансами, которые ему предоставил соперник. Посмотрите, как тяжело Магомедхану. Все-таки травма есть. Да, на колено самбистский прием был очень болючим. И помню еще по выступлению в грэпплинге, у Магомедхана была эта проблема. Невероятный характер Ярагиева показывает.
победу в этом бою единогласным решением судей одержал боец из красного угла Магомедхан Ирагиев! Поздравляем Магомедхана Ирагиева с выходом в финал. И, видимо, тяжелая травма у этого спортсмена. Ну и Ивана Лукина также благодарим за хороший бой. Итак, очередной финал у нас. Джабраил Ясаев, Магомедхан Ирагиев. Успеет ли Ирагиев восстановиться к финалу? И вопрос, когда этот финал состоится?